окунулись в подводный мир и первыми познакомились с результатами поисково-спасательных работ на Черном море. Выставочный зал имени Маринеско стал одной из площадок, где прошла традиционная международная акция «Ночь музеев». 24 подводных лодки погибло непосредственно в бою. Из этих 24 подводных лодок 11 пропало без вести. О результатах поисковой экспедиции первыми узнали участники экскурсии в рамках «Ночи музеев». С 2013 по 2015 год ученые искали 4 субмарины, затонувшие во время Великой Отечественной войны в Черном море. Удалось обнаружить одну. По словам сотрудников музея, материалы этих исследований пока нигде не публиковались. Известно, что экипаж боролся до конца, выполняя свой воинский долг по защите нашего Отечества от фашистских захватчиков. Это понятно потому, как заложены рули этой подводной лодки, как выдвинуты выдвижные, в каком положении находятся выдвижные устройства. Кроме того, посетители музея могли изучить постоянную экспозицию, настоящую торпеду, пульт гидроакустической станции и даже водолазные костюмы. Например, этот входит в состав снаряжения ВМФ. Он весит почти 80 килограммов и используется на глубине до 60 метров. В «Ночи музеев» все-таки есть одна главная, мне кажется, особенность, главное достоинство – это программа. То есть просто так в музей пришел, ну, пусто, никаких особенных вещей, никакой интерактивности. А здесь и на гитаре играют, и здесь и экскурсию проводят, и как-то все и сразу. Также пришедшие в музей имени Маринеско получили уникальный шанс побывать в рубке подводной лодки. Она открывается только по особым случаям, таким как «Ночь музеев». Здесь посетители могут увидеть не только подводное оборудование, но и действующий перископ. В него можно увидеть окрестности Калининского района. В том числе и новые подводные лодки. Они появились на стенах здания перед входом в музей имени Маринеско.